5 марта, Аланья, вид из центральной набережной. Там мы пытались найти дом, в котором мы вчера были, где я снимал с крыши в Махмуд-Ларе, где Альбер будет жить. А, поняли, что... Ну, я нашел Мишель здесь, я не вижу фотики, я вот его сейчас вижу, вот там где-то, вот, где пальцем тыкаю. Мишель — это черный отель, который на возвышенности, то есть Махмуд-Лар правее его однозначно, и наш дом где-то мелко-мелко, там дымки можно найти. Мы его так не опознаем. Тишина, спокойствие, шторма здесь. А, шторма нигде нету сегодня. Вот спокойное море такое вообще классное такое. Тишина, спокойствие. Воздух морской немножко есть, чувствуется. Мой барбос где-то здесь, наверное, бегает сейчас. Пойдем чуть пройдемся. Там на лавочке посидим, на солнышке.